Здравствуйте! 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 Ой, соскучились? Мы тоже. Выбрались буквально на день. Ярославщина, да. Ну не то, что случайно. Приходится сейчас сюда ездить. У нас тут дела, да. Ну, естественно, мы не могли не поехать на наше чудесное место, на Монгольское. В предыдущем видео вы все видели. Мы в легком шоке. Точные датировки, конечно, еще пока не делали. Но я думаю, что в видео вы там уже все видели, скорее всего. Ну, я так думаю, что давно там все потеряли. Ножички, да, ножички — это сопутка. Где-то на форумах я вычитал. Ножички — это сопутка до монгольских вот этих поселух и прочих всяких. Непонятная овальная штука. Это какой-то инструмент. Овальную штуку я не снимал. Ни одну, ни другую. Я в этом вот, или в этом видосе, или в том, вы увидите, посмотрим. Два каких-то инструмента оттуда интересно подняли. Ножичков. Копаем всю чернину, потому что есть большая вероятность, соответственно, найти наконечник. Стрелку. Не рулевые. Хотя рулевые тоже большая вероятность найти от трактора, от какого-то. Образно говоря, там рядышком. Едем. Так, я на трактор поставил здоровую катушку. Мусорки там нет, там вообще сигналов мало, поэтому... Но все равно склон. Да надо досмотреть. Небольшой прирост, в отличие от штатной катушки, на торможу, ночью не спали тут. На Нелс Шторм. Где-то сантиметров 5 есть, наверное, разница. Не больше там. В основном, конечно, площадь, но по глубине немножко есть. Вот, возможно, что иногда бывает, что вот этого вот чуть-чуть и не хватает. Так что пройдемся еще раз там, где мы нашли вот это все. Покажу предположительно ямы, которые там. Есть большая вероятность, что это все-таки дымовые ямы, потому что их там насчитает 3. Мало верится, что там за 700, там за 600-700 лет, то есть, а то 800, какие-то ямы сохранились. Это мало вероятно. Ну, чем черт не шутит. Грунт другой. Мы подкопнули ее чуть-чуть. Куда камера-то уехала? Подкопнули ее немножко, короче. Грунт в ней другой совсем. И камни слоем внизу. Ладно, все, едем на место. Что-то я разболтался. Едем на место. Золотая осень в самом разгаре. Точно. Первая железная находка. Короче, на траке только сказал, этот шторм поставил. У меня там провод перебит оказался. Видимо, пока таскали. Вот такая вот хреновина. Что это такое, интересно? Какой-то инструмент. Инструмент или какая-то тыркалка-пыркалка. Копаем все сигналы, попадаются совершенно очаровательные приблуды. Смотрите. Понятия не имею, зачем оно нужно было. Ну зачем? На шило похоже. Да черт тебя знает. Та и другая. Только одна под ручку, а вторая не знаю. Очень интересно. Вот она вся. Ух, и вся. Вот он наш холм, вот этот вот, вот он прям, раз, вот отчетливо видно. Чуть-чуть вниз спустились, вот прям река уже идет. Здесь походим, сигналов даже черных очень-очень мало, но зато, видите, еще сейчас кусочек ножичка вот этого опять достанем, я не снимал.
Где фокус? Так вот. Вот, друзья, говорю, лазим. И вот река уже непосредственно под тем спуском. Смотрите, что нашли. Покажу, сейчас не снимал. Достань. Блять, что здесь в этом лесу только нет, я извиняюсь за выражение. Что мы нашли? Вот ель. Да, сначала выскочило это. Что не напоминает? Расплющенный. Ну а потом? Ну потом вот это. А потом остальное. Ребята, здесь не было войны. Не было, конечно. Может, из него вытрясти землю? Будет тяжело. Да его камень. Потом... Там ржавчина. Тетеха, не тетеха. Что-то я не пойму. Ну, похож. Интересно. С утратами. Надо его отмыть. Может, номера какие вылезут. Да, а где они обычно говорят? Спусковой крючок, кстати говоря, похож. Да. Тетеха? Похоже, да. Кто-то тут что-то пытался схоронить. Да. Под деревом, ну, вон, видите, здоровое дерево, огромная сосна, ей лет 400, наверное. Да. Прям вот, да, прям не подняй, вот где бревно упавшее. Прям какая-то дырка там была, как будто под корнем. И всего остального, то есть затвора нету, ствола самого тоже нет. И что, нет? Ржавая штука. Ну и хрен с ним. Продолжаем лазить. Видно? Видно. С первым снегом у вас, друзья. Продолжаем копать чернину. А, нашли маленький кусочек крестика до монгольского. Потом прикреплю куда-нибудь сюда. Вот. Здесь, скорее всего, была или пойма, или вот русло реки. Видите, ров. Что-то раззвонило. Копаются все сигналы. Вообще все. Да. Игорь, а лопата где? Лопата вон за моей спиной. А? За моей спиной. Только что вот оттуда снимал. Вот сигнал-то она раззвонила. Это монгол. Да, приехали за другим. 38-й год, трояк. А вот она, горочка наша. Городище. Не городище, а бог его знает. Ну, что-то там было. Что я вам расскажу? Не зря вот мы здесь лазим, кругами лазим, лазим, лазим. Я вот так и знал, что оно тут будет. Хренак! Обалденный! Сохран шикарный. Смотрите, он железный, но смотрите, как сохранился. Обалденно. Подгорел. Да. Подгорел лес. Шикарно. Та-та-та! Не зря. Вот ради только такой штуки. Можно полдня лазить. Игра в ножички продолжается. Хоп. Вот они какие. Ну, я показывал их. Много-много их там. Ой. Посмотрим. Продолжаем собирать артефакты какие-то непонятные. Во! Что есть такое? Какая-то петелька. Итак, друзья, поиски под монголу завершились по старине, как я это называю. Не, ну в принципе не очень хороший результат, очень даже. Знаете, погода. Октябрь. Кучка ножичков. Наконечник совершенно очаровательный. Маленький крестик. Ну вы все видели уже. На улице снег, посмотри, что у тебя. Да я показываю, кто у тебя там. Комар, ну это. Такой полуживой. Ну это не совсем комар. Комар, комар. А, комар, комар. Но он уже все, отмороженный комар.
Смотрите, что делается. Ну что, под этот чудесный снегопад первый прощаемся с вами. До скорых встреч. Всем пока.